Да-да-да, это Нио. Игра 2017 года. Очень крутая игра, всем рекомендую. Сейчас в Epic Game она бесплатна. До 16 сентября 2021 года. На Дальнем Востоке лежит Дзипангу. Страна золотых дворцов и сверкающих самоцветов. Кублей Хан, правитель Монгольской империи, послал на завоевание этих земель огромную армию. Но воины Дзипангу воспользовались некими чудесными камнями, чтобы остановить вторжение. Амрита. За чудесные свойства Амриты некоторые называют ее философским камнем. Королева Англии увязла в бесконечной войне за власть над всем миром. С Испанией, страной, над которой никогда не заходит солнце. С каждой битвой английские армии становятся все слабее, и королеве с ближайшим окружением пришлось прибегнуть к магии и алхимии, нанимая пиратов вроде нас для поиска Амриты. Мощь Амриты позволяет им разгромить никогда непобедимую испанскую армию. А теперь они очень хотят сохранить свое оружие в тайне. Тауэр. Грандиозная крепость, построенная королем Уильямом I для защиты Лондона. Ныне она служит тюрьмой, где содержатся предатели и место казни преступников. Лондонцы считают, что если многочисленные вороны, обитающие в стенах Тауэра, однажды покинут его, крепость рухнет, а вместе с ней будет уничтожен и сам Лондон. Тебя ждет смерть. Похоже, смерти пока не наскучило гоняться за мной. Апрель 1598 года. Тауэр, Англия. Сюда! Как видим, мы появляемся в камере, выбиваем стену. Подходим к жмуру, забираем что-то с него. Выходим с камеры. Потом идем направо. Заходим в комнату и справа сундук. Забираем с него меч. Экипируем нашего персонажа. Выходим с комнаты, идем по коридору, убиваем охранника, забираем у него ключ. Открываем дверь, поднимаемся наверх. Но перед этим рекомендую выставить бутылочки на быстрый слот. Это нажав Escape, слева направо вторая иконка, заходим в нее, нажимаем E, нажимаем вниз, нажимаем E, назначить кнопку, кнопка 1.
На персонаже будет появляться одежка, но вы не волнуйтесь, это не глюки. Это я просто не играл еще в такие игры. И я просто сделал нарезочку, я проходил этот момент где-то часа 3, наверное. Вот это все, минут за 10 можно пройти, если ты умеешь играть в эту игру. Но вы не обессудьте. Зачистив первый этаж, я поднялся выше. Поднявшись наверх, я нашел алтарь. Это как чекпоинт сохранения. Дверь была заперта. Я еще побегал, посмотрел, что интересного, может быть, найду, и пошел дальше. В этой стране, Келли, много амриты мы не найдем. Согласен, пираты свою задачу выполнили. Смерть правителя Японии приведет к войне и даст нам возможность добыть больше амриты. И после завтрашней казни мы получим компас, который приведет нас к этой амрите. Если у нас будет достаточно амриты, мы сможем завоевать Испанию, а может, как знать, и весь мир. День, когда Англия будет править всем миром, уже не за горами. Увы, наша дорожайшая королева считает амриту чем-то вроде золота или драгоценных камней. Мы должны найти камни раньше, чем их найдут враги нашей страны. Эдвард Келли, ты отправляйся в Японию. Твоя задача — не дать войне угаснуть. Кровь должна литься рекой, иначе амриты нам не видать. Эй, кто ты такой? Убил охранника, понял, что дверь я не открою. Поблуждал еще по коридорам, где-то минут 30, наверное, по кругу бегал. Я все-таки нашел выход.
немного разобравшись в управлении, я уже себя почувствовал прям каким-то скилловичком. Мне прям понравилось вот этот блок, удар. Там подкат, откат. Прикольно так же все-таки. Вот и пришло время твоей казни.
Well done. Quite a feat. Так закончилось вступление, и потом мне предложили пройти обучение, что меня очень сильно удивило. Возможно, я что-то не так вначале нажал и пропустил его, но я не понимаю. Б — это буковка Е. Слабый и сильный удар. X и X. Левая кнопка мышки. Y правая кнопка мышки. Выбор цели. Буковка F. Английская буковка F. Защита. Shift. И уклонение. Кроль мыши. Вперед или назад. Неважно куда. Двойное нажатие на кроль мыши — это кувырок. Б — это Е. Английская буква Е. Теперь добавляется в дальнейшей игре верхняя стойка, средняя стойка и нижняя стойка. Верхняя стойка, сжатый пробел и правая кнопка мышки. Нижняя стойка. Зажатый пробел и нажатие кроля мыши. Стойка. Ну и средняя стойка. Зажатый пробел плюс левая кнопка мышки. Пульсация Ки. Это... ваша станина, ваша энергия. После удара вы можете нажать пробел и восстановить часть Ки.
очищение. Зажатый пробел в круге зараженной области. Второе оружие. Escape. Первая иконка. И второе оружие. Выбираем второе оружие. Ну конечно, как же без оружия дальнего боя? Выставить его таким же образом можно, как и оружие ближнего боя. Чтобы использовать его, просто зажмите Alt. Ну и напоследок, живое оружие. Е плюс правая кнопка мышки. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Розе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всем пока.